Все забито сетками с посылками. Коллапс на складе Почты России. Люди ждут посылки неделями. Вот они, ваши где посылки, уважаемые челябинцы. Все забито. Все забито сетками с посылками. Если вы ждете посылку от Почты России, знаете, что она тут, на складе у привокзальной площади. Это кадры с магистрального сортировочного центра. У Почты России нет рук для сортировки бандеролей и посылок. Все это маринуется на площадке. Ставят аж в три ряда. Кто и когда это будет разбирать, непонятно. Зато управление отмазывается, что народ набрали. Никого нету. В Почте России объяснили причину задержки посылок в сортировочном центре. Оказалось, что причина коллапса кроется в увеличении числа отправлений. Их стало почти вдвое больше, чем в сентябре прошлого года. Чтобы ускорить обработку отправлений на почту, в сортировочный центр выводят дополнительных сотрудников, в том числе по аутсортинговому договору. В ближайшее время все задержки планируют устранить.